Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 4, урок 26. Реши уравнение и сделай проверку. 351 прибавить x равно 479. В данном уравнении неизвестна часть, то есть второе слагаемое. Чтобы его найти, нужно от суммы, от целого, отнять второе слагаемое, известное слагаемое, или вторую его часть. 479 сумма минус 351 слагаемое, известное, получается 128, потому что 9 минус 1 будет 8, 7 минус 5 будет 2, а 4 минус 3 будет 1. Выполним проверку. Данное значение подставим в уравнение. К 351 прибавим 128. 1 плюс 8 будет 9. 5 плюс 2 будет 7, и 3 плюс 1 будет 4. Значит, уравнение решено верно. Х минус 521 равно 213. В данном уравнении неизвестно уменьшаемое, то есть его целое. Чтобы найти уменьшаемое, мы должны разность и вычитаемое сложить, то есть сложить его части. 213 плюс 521. 3 плюс 1 будет 4, 1 плюс 2 будет 3, и 2 плюс 5 будет 7. Х равен 734. Выполним проверку. От данного значения отнимем 521. 4 минус 1 будет 3. 3 минус 2 будет 1. И 7 минус 5 будет 2. Ответ 213. Значит, уравнение решено верно. 875 минус х равно 105. В данном уравнении неизвестно вычитаемое, то есть его часть. Чтобы найти вычитаемое, мы должны от уменьшаемого отнять разность, то есть от целого отнять его часть. 875 минус 105. 5 минус 5 будет 0, 7 минус 0 будет 7, 8 минус 1 будет 7. Ответ 770. Выполним проверку, подставим данное значение в наше уравнение, то есть 875 отнимем 770. 5 минус 0 будет 5, 7 минус 7 будет 0, 8 минус 7 будет 1. Ответ 105. Уравнение решено верно. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.